И об спорте. Республиканская спартакиада по волейболе проходит у Гомеля. За головный трофей смагаются в навученцы установ профессионально-техничной и средней специальной адукации. Усяго турниры удельничая больше как 60 спортсменов. Представництва мают все регионы Беларуси и город Минск. Для удельников турнир – добрая махчимость набыть опыт и позмагаться с лепшими волейболистами краины. По выниках первого дня гомельские команды установ средней специальной и профессионально-техничной адукации соступили сборным Гродно и Бреста с ликом 2-0. У другий гульнявый день сборная нашего областного центра проиграли дружинам Витебской, Минской и Гродинской областей. А вось команда установ профессионально-техничной адукации отримала викторию над сборной Минска. На сегодня у агульным залику лидируют команды Витебского и Брестского регионов. Финалы споборництва пройдут завтра.